бабушка купала, мы смотрели супер книга. Что? Дьявол пошел к Богу. Угу. Его там звали? Нет, не звали. Он просто пошел. Угу. И Бог что-то сказал, но я не помню. И потом говорит, как уже взрослая. Потом он уже пошел вниз, там, где люди. На землю. И тата тебе говорит. Давай. Кто-то помолился и Богу. Что случилось вообще? Что случилось? Почему? Что вы смотрели? Вы уже видели, там Крис сначала же был. Крис, у него рука сломалась, и у него дедушка умер. И дедушка умер. И хамелеон просто убежал. Кто, хамелеон убежал? Да. Или Робик? Хамелеон. Ага. Хамелеон убежал. А, его любимый друг, да? Это не друг, это животное. Хорошо. И все? Супер. Книга вам что рассказала? Ну, что все плохо становилось. Дом сломался у этих у детей. У Криса, да? Не у Криса. Не у Криса. Супер книга рассказала, что у больших, угу, взрослых, больше, чем мебели, сыновья, они там пили, танцевали, и потом... У Иова, да, сыновья? У них сломался дом, на них упал. А-а-а. И у папы все хорошо? Да. Он потерял детей, у детей сломался дом, и он радовался, да? Не радовался. Как радоваться? Ну, как радовался. Все у него случилось, и он радовался, сказал, у детей дом сломался, дети там под домом остались. Он не радовался. Не радовался. Он плакал. Плакал. И молился. Они говорили, почему молится. И пока какой-то болезнь. На него или на всех болезнь? На его одного. Угу. Он проснулся ночью и кричал. Угу. Там были такие красные пятна. Угу. Это что? Это язвы. Это больно. Это, наверное, больно. Это заразно. Каждый, кто прикоснется, тоже станет так болеть и будет все отмирать. Руки, ноги. И он радовался. Он не радовался. Опять плакал. Кричал. Опять. Кричал. На Бога. Не на Бога. Он еще верил. Он еще молился. Даже если на его послали болезнь. Да, случилось так, он и плакал, а у него болезни. И зачем вы смотрели этот фильм такой ужасный? Ну, а что ты сказала? Потому что я сказала. Так а в чем смысл этого фильма? Ну что? Что так все плохо в жизни, да? И у Криса плохо, и у Иова плохо. Что еще не надо отставать? Отставать? Что не надо? Еще верить. Бога, не болезнь. Надо. Ну все. Я не поняла. И что, у тебя все плохо, а ты веришь во что? В Бога. И все плохо, а ты веришь. И так он и осталось все плохо, и они верили, да? Не, потом тату говорит. Тату, ну-ка делает? Скажи. Все плохо стало, у всех все плохо, а ты просто веришь в Бога, да? Я просто верю. И все плохо у тебя, и Бог тоже такой у тебя плачет, наверное. У меня ничего. А у Иова только все плохо, да? Да. И все, на этом серия закончилась. У Криса плохо, и у Иова плохо, а они просто верят в Бога. Нет, а что? Потом пришел какой-то такая штучка. Ангел. Как Божья милость, да? Штучка. Это большая штучка. Угу. И потом...
Опять рот раскрыла. А если раскрывает, я ничего не знаю. Тату. Значит, верить в Бога, и все плохо у людей, да? Ну нет. Но потом все стало хорошо, потом Бог сказал, идите к этому, как его зовут, который болезнь пошел. А Иова, да? Иова. И они пошли Иова, значит, Иова уже все хорошо, а потом у Криса это животное опять. Нашлось хамелеон, хамелеон нашелся. Да. Угу. И они пошли там, где похоронили этого детка. Угу. Молодец, Софья, умничка. И помолились вместе, да? Как-то помнить его, да? Что он? Нет. Да, они пошли плакать, но потом они уже забыли и радовались. Радовались жизни, потому что знали, что дедушка теперь в руках у Бога, да? Он отдыхает. Хорошо. А суть знаете в чем? Что Бог очень любил этого Иова. Он любил Иова, помните? И сказал дьяволу, ты думаешь, что все люди плохие? У тебя теперь ножки, да? Буду говорить с ножками. Вы думаете, ножки, что все люди плохие? Да. Нет, нет. А люди плохие, сказал сатана. Да. Хорошо. Вы, ножки, ничего не знаете. Так. А теперь ножки убрали, я вам скажу два слова, и все. Давайте, убирайте ножки. Да. Еще раз вам дам это посмотреть когда-нибудь. Но Иов был очень послушный Богу. Он ему доверял. И он знал, все, что он имеет, это имеет от Бога. А Бог его благословлял. А сатана думал, что почему Иов все делает хорошо, а? А потому что Бог его благословляет, подарочки ему дарит. Тогда и детки хорошие, когда им подарочки дарят. Правда? А если не дарить подарочки, будут ли детки хорошими? Да. А нет, а не нет. Все. Как надо узнать о том, будут ли они хорошими или нет? Перестать дарить подарочки. И Бог сказал, хорошо, сатана. А все может быть. Я не принесла тебе подарки, каждый раз приносила, тебе подарки не принесла. И ты что мне говоришь? Дай мне подарки. Дай мне подарки. Я это требую от тебя. Вот. Ничего, Стаса. А, ну тогда молодцы. Ничего страшного, бабушка. Мы тебя любим и рады, что ты пришла. Кто-то вам не принесет подарки. Вот он подарки не принес. Ну, это просто Бог, может быть, нас тоже проверяет, как Иова, как мы будем реагировать. Потому что самое ценное – это то, что к вам пришел гость и дружелюбный. Ну и вот. И сказал он сатане, да, ты так думаешь, а ну посмотри, только все можешь делать, только не покушайся на его жизнь. И Иов стал страдать. У него погибают дети, о которых он молился столько, потому что он молился о них, дети жили благополучно, танцевали, пели. И вот приходят они дети, пили. По... они пили на праздники, все пьют, потому что а хорошо живут, а? Я ты еще маленькая. Ну, на праздники пьют вино для того, чтобы быть пьяным, а пить разумное вино, чтобы немножечко поговорить с людьми. Вино это тоже дано нам Богом. Но если его пить, чтобы забыться, это, чтобы забыть свои печали, это не то. Одно слово уже прошло. Одно слово прошло, теперь сейчас будет другое. Ну и вот, Иов понимает, почему Бог это сделал. Мог сказать Богу, Бог, я знаю, ты меня благословлял, теперь не благословляешь, я тебя не признаю. Мы так говорим часто. Он говорил, ты мне объясни, за что. Вот так к Богу надо относиться. Объясни, за что, почему со мной так случилось. И Бог тебе ответит, просто потому что я знаю, что ты делаешь это все из любви ко мне. И я Бог, а ты человек. И судить меня... нельзя по-человечески. Бог увидел, показал всем, дьяволу показался, его друзьям, что праведником в глазах Бога Иов. Оградил его, выздоровел. У него были еще дети, прекраснее которых не было на свете. И у него были но богатые дети, стада. Да, но про дети, да. Но...
Но он же был уже без язв последних, его уже не было язв. Да, ну а их пока его показывали без язв. Без язв. Он выздоровел. Ура! Наконец-то. Все.